بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورة الكافرون بردوج مرزبور سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنتم عابدون ما أعبد إني وي بقلنيشي ستمو كمو بقلنيشي يا الواو اتحرفوا عطف سيوز مبني على فتح سنيز منايم ومكانجانيم كان Ля это харфу нафин, частица отрицания, мабню аля сукунин с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Антум. Здесь два варианта разбора. Если взять более легкий вариант, то мы скажем, что антум это одно целое. Домирун мунфасун – раздельное местоимение. Раздельное местоимение мабню аля сукунин с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Фима халли рофин – на месте падежа раф, именительного падежа. Муптадан подлежащее именного предложения. Если провести разбор согласно другому варианту, считающемуся более правильным, то мы скажем, что местомением – это всего лишь «ан» в начале, у которого будет упомянутый нами только что синтаксический разбор. То есть «ан» – это «домирун», «мабни аля сакунин», «муптадон», и раф» и так далее. Значит, раздельные местомения здесь считается отдельно взятые «ан», а не «антум». ата это «харфухитабин», частица, обозначающая второе лицо, то есть собеседники мабни домин с неизменяемым окончанием с дома на конце. Вальмиму сакнут, а сукунированный мим на конце это аля мутиджам аль признак множественного числа мужского рода. Мабни аля сукунин с неизменяемым окончанием с суконом на конце. Абидун это хабр аль-муктадай, сказуемое подлежащего поставлю на им, то есть подлежащим в состоянии рафа. Аля Рафа и признак падежа этому имени это Аль-Вау, Ниабатан Аль-Доммати. Буква Вау, как замена огласовки домов имени единственного числа Аябидун. Почему Лен на Худжам Потому что это форма целого множественного числа мужского рода. Аннуна и Вадун на конце является возмещением замены Тануина, имеющимся на конце имени единственного числа Аябидун. Аль-Мубтада Ума Ахабарихи, подлежащая вместе со своим сказуемым, все это джумлятун и именное предложение. Маутуфатун аляма кабля соединено с предыдущим предложением союзом А значит, так же, как и оно, не будет иметь места в падеже. Поэтому мы скажем здесь, ля махалли и не имеет места в падеже. Ма مات абуду исман маусулин, относительное местомение. В предыдущем айте мы разобрали это слово. Здесь же мы разберем его без перевода. مَبْنِعْلَ سُقُونٍ فِي مَحَلٍ نَسْبٍ نَمَيْسٍ فَدِجَى نَسْبٍ مَفْعُولًا является прямым дополнением слова «Аабидун». Так как «Аабидун» – это «Исмуфаалин», причастие действительного залога, имя действующего. Значит, «Я амалю амаля фиалия» воздействует на окончание других слов, так же как глагол, подобно глаголу, от которого он и образован. А «Абуду» мы тоже подробно разобрали этот глагол. Повторим без перевода. это «Абуд مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره تقديره أنا والفعل مع فاعله جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب Добавили, что от Дамиру или Айду, а возвратные местомения, которые связывают джумляту ссыла, предаточное предложение с Исмаусуном, с относительным местомением, это Аль-Хау, местомение Ха. Дамиру Махадзуфан, удаленное местомение, Тахдиру л-ха», то есть Ма Абуду Ху, тому, кому я поклоняюсь. Согласно толкованию, что под словом Ма здесь подразумевается Всевышний Аллах. Но это есть далил, доказательство в арабской поэзии, что «ма» используется в отношении Аллаха в форме возвеличивания. Другие же считают, что «ма» здесь в аяте – это «ма аль-мастриту», «ма мастриту «маусулин харфин». То есть это уже, как мы раньше уже говорили, не «исм», не «имя», а «харф», частица, которая переводит или превращает имеющийся после него глагол в «мастер», в «имя действия», в глагольное имя». То есть «ма а'буду ай-ибадати». То есть вы не поклоняетесь моим поклонением, не поклоняетесь так, как я. У вас другое поклонение. В этом случае моя абуду будет фи махали наспи на месте поджа насп. Мафулин мутлах абсолютным дополнением, абсолютным мастером. И здесь уже не будет удаленного возвратного местомения в Аллаху Адам.